И всем привет, меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я буду пробовать делать в редакторе уровней Far Cry 5 какую-то карту. Вы на канале Навасов, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Навасов и напишите комментарий там под видео. Прямо сейчас сверните, поставьте лайк и напишите хороший комментарий. Итак, мы начинаем. Редактор Far Cry 5. Так. Открыть карту, я не знаю, что открывать. Давайте новые карты. Так, цель задания штурм. Аванпост, эвакуация. Ну пусть будет штурм, пустая карта, кедровый лес, окружающий мир. Давайте пустая карта пока что. Я не знаю, что здесь делать. Так, что здесь дальше делать можно? Что здесь... А, ясно. Сейчас. Я не знаю, что здесь делать. Это что такое? Исследовать карту. Навигационные сетки. Ладно. Ладно. Это мы делаем карту для Far Cry 5 Аркада. Да, кто понял, тот тоже понял. Сейчас посмотрим. Так, это мы... Штурм! Это я выбежал в этот. Это в онлайне аркада, в общем, да, кто понял. Поиграть, чтобы можно было. Ладно. Здесь все, по-моему, понятно. Давайте выйдем. Так. Окей, вышли мы. Так, спаунпоинт этот у нас здесь. Ну, примерно, ладно, здесь поставим. Так, я не знаю, если что пользоваться чем. Исследовать, а это что? Внимание, ваша карта не прошла проверочное испытание. Проверка карты. Окей. Так. Значит, нарастить. Давайте что-то поменьше сделаем. Это не то, по-моему. Как здесь карты вообще, как здесь двигать? Это все фигней. С мышкой. Нет. А, ясно, ясно, я понял, я понял. Ладно. Так, мы можем летать. Так, открываем, значит, мы что? Мы открываем это настройка и области контроля, анимация. Так, это значит сюда. Мы, значит, какие-то горы сейчас создадим сейчас по-быстрому. Есть, у меня сейчас немного так. Значит, по-быстрому сейчас горы какими создадим. Нарастим тут горы какие. Просто тупо вот так вот как-нибудь. Наделаю. Я не знаю, как что получится. Сейчас проверим. Ну, чтобы вот так вот было как-нибудь. По горизонтали, значит, какие-такие. Горы, чтобы были. Так, так вот, чтобы... Чтобы достаточно прикольно было. Так, например, здесь, опять же, вот эти вот радиус. Так вот, чтобы вот так вот было. Так, дальше радиус поменьше, вот так вот как-нибудь. Чем нарастим здесь. Это какие-то такие хрени. Так, здесь дальше сюда. Здесь дальше немного вот такой вот радиус давайте на... Наращиваем эти хрени, наращиваем, наращиваем. Что-то не наращивается. Давай, 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 наращивай, наращивай. Давай, 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 давай. Что-то не хочет наращиваться вообще. Может, потому что прочность, искажение, высота. Ладно. Давайте вот так вот. Сейчас сделаем. Высота, давайте вот так вот, 32, сразу вот так вот, а прочность давайте обратно вернем на то, что было. Так, это значит вот так вот, теперь дальше вот так вот делаем, все наращиваем, наращиваем. Здесь
высоту я немного поменьше сделаю, вот так вот, чтобы было. И как раз можно будет вот так вот как-нибудь сделать. Так, чтобы было. Задняя фигня будет вот так вот как-нибудь сделана сейчас. Высота здесь. Сразу максимальную высоту. Сразу вот так вот как-нибудь. Горы сделаю я. Чтобы была какая-то хотя бы как будто гора. Так. Так вот. Так вот. И здесь тоже немного вот так вот. Высоту меняем. И теперь вот так вот делаем. Нет, не так вот. Так вот. По-моему, не то уже вошло, нет. То все же. Не знаю, что-то не то. Так, прочность, радиус. Радиус немного не такой. Высота вот такая. Что-то так вот. Радиус немного вот такой. Чтобы можно было что-то нарастить хотя бы. Хоть какую-то фигню. Если тоже какой-нибудь. Ставим этот. Чтобы хоть как-то было вот так вот. Немного. Сейчас наделаю. Так вот. Ну, типа гора, ребят, я не знаю. По-моему, похоже на гору. Насколько я знаю. Вот, хорошая карта получается. В основном. Так, высота искажения. Искажение, я не знаю, что такое искажение. Это что-то искажает, по-моему. Давайте сделаем. Нам нужно нарастить здесь какую-то такую гору или что-то такое. Что-то такое подобное горе. Так, это не то, не то, не то, не то. Это слишком. Так, здесь так вот уже. Здесь. Так, искажение убираем. Сейчас не нужно уже. Ну и сейчас дальше вот так вот. Пройдемся немножко. Радиус немного такой. Немного опять же наращиваем. Гору. Немного, чтобы они такие были. Как реалистичные такие вот. Так. Ну как-то вот так вот, по-моему. Должно быть. Да, все. Готово. У нас получилась вот такая вот фиговина. Здесь давайте проверим, как у нас. Это что, наборы. Наборы — это оружие. Ячейки, модификации, штурм, применить для исследования. Так, давайте пока что проверим, что у нас получилось. Пока что я нарастил только саму карту, как-то сделал, чтобы ровно было. Так, дальше я туда вставлю, получается, я туда вставлю какой-то домик, я вставлю туда дорогу, я вставлю туда что-то еще, какой-то предметы, и будет достаточно такие хорошие карты. Навигационная сетка грузится. Так, пока что можно посмотреть то, что там происходит. Так, все загрузилось, можно играть уже. Так, погнали. Почему-то падает. Ну да ладно, все отлично. Так. Ну здесь только цвет осталось сделать. Да и все. Вот. И туда как раз можно будет спрыгивать куда-то. Так вот. И здесь отстреливаться давай. Какой-нибудь дом. Или что-то похожее на дом. Да, все нормально. Немного, конечно, это слишком. Я тут немного неправильно сделал. Ну да ладно, это не очень таки заметно. Горы достаточно такие хорошие. Ну да, это, конечно, немного нереалистично, но если здесь поставить какой-нибудь, не знаю, водопад или что-то такое, будет интересно. Так, ладно. Так. Так, окей. Дальше. Давайте, создаем дальше. Карту создаем. Так. Значит, он у нас
здесь, получается, он спавнится. Так. Дальше. Почему ты так долго грузишь? Так. Окей. Дальше. Это мы сделали. Это гору мы сделали. Все мы сделали. Ну, теперь переходим к... Один удар убивает врага. Отключить регенерацию. Нет урона от падения. Так. Здесь границы карты. Границы можно здесь... Отметить границы карты. Давайте отметим. Редактировать. Давайте. Это вот. Границы карты вот так вот отмечаем. Что-то не отмечается. Странно. А, вот. Понятно. Вот так вот немного я как-то сейчас отмечу. Чтобы было нормально. Да ладно. Так, в принципе, сойдет. Если здесь будет. Так, здесь дальше границы все сделано. Там дальше есть. Ну, вот, примерно вот так вот. Здесь, конечно, вот так вот немного сделаю. Чтобы нельзя было сюда как-то убежать. Так, вот тут такие границы карты, чтобы были. Туда я не знаю, как просто попасть. Там вообще есть эта штука? Да, есть. Так, давай. Переворачиваем карту. Теперь сюда мы отмечаем наши границы. Границы карты. Да почему же я так медленно летаю? Так, здесь тоже нашу отмеченную фигню мы делаем. И теперь эта штука должна быть где-то примерно здесь. Теперь летим обратно. Там, где мы были. Так. И теперь выравниваем все, чтобы было все красиво. Так. Немного так. Это немного так. Немного вот здесь. Ну, можно, чтобы сюда можно было заходить. Сюда немного не так. Давайте сюда вот я перемещу. Что можно было бы заходить только сюда. Здесь. То есть заходить можно только вот сюда. Вот. На эту часть карты. Там тоже на горах можно сидеть. Что-то делать. Так. Дальше. Это что? Проверка карты. Здесь границы сделаны. Теперь нам нужно игрового процесса. Здесь там объекты. Объекты это Object Marker, это природа, освещение, эффекты, дым, насекомый, огонь, пыль, нет, это не то. Вода, вот вода. Здесь есть вода, water, water, сейчас, water drops, water drops. Объекты удалить выбранные, показывать туман, зона для кошки, нет. Так, здесь получается, значит, снять фиксацию со всех объектов. Дальше здесь опять же выбираем эту фигню. Так, освещение, здесь мы можем освещение, молния, электричество, вода. Например, давайте вот этот вот waterfall. Типа падение воды, что-то типа того. Я не знаю, по-моему, это не то. Ну да ладно. Пусть будет. Освещение, например, здесь. Как это будет видно? По-моему, это никак вообще пофиг. Spotlist. Сюда. Куда-нибудь. Так, дальше. Молния, это молния, электричество. Здесь какие-то дым, насекомые, пыль, огонь. Давайте огонь добавим сюда какой-нибудь. Давайте. Сюда какой-нибудь такой
огонь, который вот так вот как-то горит. И его, по-моему, можно как-то... Нет, нельзя, по-моему, его увеличить. Так. Это я сделал. Погнали дальше по объектам. По объектам у нас, по-моему, все. Вода, пыль, все сделано. Так, природа. Природа, деревья, камни, лед, пустыня, пещера, трава. Трава, выбираем траву. Я не знаю, как здесь сделать карту. Свойство карты, вот она. Свойство карты — это редактировать задачу. Отметить вручную. Офис, производство, средневека, Far Cry Primal, хаос. Создание аванпоста, чтобы изменить режим. Изменить. Окей. Ладно. Давайте, может, здесь как-то можно добавить на карту. Окружение. Солнце, луна. Дороги. Что добавить? Растительность добавить. Так, кусты, пальмы, деревья. Давайте деревьев сюда нафигачим просто так вот. Немного, конечно, не так будет, но да ладно. Немного вот так вот. Здесь какие-то тоже деревья пусть будет. Так, это саванна, здесь, значит, деревья в снегу засохшие. Кусты я беру, значит, какие-нибудь такие. Пусть они здесь будут. Много кустов, просто кусты. И третье у нас это будет пальмы. Нет, не пальмы, давайте сосны. Есть здесь трава. Трава создаем просто грас. Что-то она не идет. А, она есть. Действительно, она есть. Трава, грас есть. Так, здесь тоже что-нибудь делаем. Вот так вот. Чтобы трава была. Да, чтобы вот так вот было. Так, и теперь... по-моему, я не знаю, как сделать здесь. Я не знаю. Еще надо подумать. Так, здесь я природу сделал. Давайте метки... Какая-то фигня. Это природу убираем. Объекты по типу игры. Это Object Marker. Это игровой процесс. Игровой процесс. Это оружие, боеприпасы, транспорт. Взрывоопасно. Это не то. Кто бы мне сказал, как добавить сюда. Watch Dogs можно. Единство. Да ладно. Так. Давайте я добавлю сюда что-нибудь. Это границы карты. Давайте сюда. Вообще можно добавить что-нибудь? Ресурсы. Память, текстуры — это не то. Это все не то. Так, дальше здесь получается, что надо еще сделать. Здесь игровой процесс не то. Это проверка карты. Это здесь, значит, у нас добавить ИИ. Это у нас области контроля. Это все это. Так. Здесь, значит, так. Да, ладно. Так, окей. Дальше. Дороги мы сделали, все сделали. Дороги можно еще немного сделать. Какие-нибудь дороги. Так, дороги. Игровой процесс Far Cry 5. Здания, объекты, общие формы. Мне нужна карта, чтобы сделать карту. Свойство карты. Название, кажется, без названия. Так. Ладно. Это что такое? Область точки анимации. Добавить и сетка навигации. Так, это дорога. Просто дороги тупо. Я не знаю, что сделать. Так, это значит, у нас окружение. А луна какая-то фигня. И это. Это у нас наборы оружия для режима для исследователей. Так, это у нас какие-то оружия. Так, штурм. Так, это у нас здесь что? Это у нас модификация игрового процесса. Убить одного удара. Непобедимый.
условия стандартные. Это я пока что не буду менять. Мне нужно узнать, где здесь... Где здесь эта фигня? Я даже не знаю. Вот, может, вот это вот. Наложение текстур. Вот они. Значит, текстуры. Здесь добавляем текстуры. Что мы делаем? Мы здесь добавляем текстуру, чтобы было все красиво. И давайте grass dirt. Grass dirt. Нет, не dirt. Давайте grass, например. Grass. Давайте grass dirt. Я не знаю. Давайте grass dirt. Все же нормальный. Так, значит, погнали. Давайте это все, значит, отмечаем. Не знаю, что. По-моему, я что-то сделал. Это наложение текстур. Не понял. Как мне сюда добавить предметы? Что за предметы? Ты мне покажи. Эту фигню делать. Это тундра, это какой-то песок, сэнд. Давайте сэнд добавим, чем из сэнда. Тогда добавим. По-моему, это какие-то текстуры, да? Нет. Так, окей, дальше. Так. Здесь мы все сделали. Здесь добавление все сделали. Так. Я пока что не знаю, как здесь что добавлять. Дороги можно добавить. Давайте добавим дорогу какую-нибудь. Не знаю, может. Просто обычную какую-нибудь дорогу. Просто. Может быть. Дорогу просто там dirt, тоже dirt добавляем дорогу. Вот у нас добавляется дорога, мы ее можем рисовать как захотим, управлять ею. Так, и например эта дорога идет куда-нибудь, ну например до какого-нибудь домика или там не знаю докуда, может туда куда-то она идет, дорога. Так, здесь все. Так, здесь как-то еще, по-моему... А, вот вода, вот вода, вот она. Лейк, пожалуйста. Добавь мне лейк сюда. Так. Так, это значит, здесь вот так вот добавляем. Здесь вот так вот. Делаем. И сюда вот. Не то. Я схватил не то. Случайно. Так. И как раз вот он. Да твою мать. Так. Сюда мы, значит, немного сюда. Это немного сюда. Это тоже немного сюда. Это ниже немного. Чтоб у нас... Так, как-нибудь, не знаю, было вот так вот. По-моему, так. Достаточно таки хорошо. Здесь тоже немного вот так вот. Чтоб было. Так, и здесь, значит, ширина озера, тип воды. Тип воды я не знаю, как выставить. Давайте. Это какой-то, по-моему, не та вода будет. А пурпурная вода есть. А blue... Dark, pink, розовая, такое темное. Так, здесь blue. Пусть будет blue. Давайте ширина. Немного ширину, длину. И вот хорошо. Наверное, достаточно таки хорошо будет. Так, воду мы сделали. Значит, вода сделана, то есть все хорошо уже. Уже хоть что-то хорошее есть.
немного только вот сюда ее добавить, и будет вообще отлично. Вот так вот. То есть вот так вот у нас получается вода. И немного вот так вот, если... А, ясно. Вообще, ладно. Давайте проверим пока что карту. Как она у нас получилась. Я не знаю здесь, как покрасить всю эту фигню. Здесь надо смотреть. Потому что я не знаю, как это делать. Вот. У нас, значит, получается вот... Вот мы. Вот наша дорога, которую мы делали. Вот наши травы, которые мы сделали. Трава. Дальше здесь у нас вот эта фигня, которую мы сделали. Наши горы. Красивые горы. Так, здесь то, что мы сделали, вот дорогу эту. Она идет, идет, идет. Тут вода. И как-то странно вода сделана. Это почему-то мне непонятно, почему вода сделалась в какой-то неправильной текстуре. Ну да ладно. Может, ее как-то можно сделать. Но вода такие вот, так вот, как она сделана. Поплавать можно. Так, ну давайте доделаем тогда карту. Так, значит, здесь. Значит, идем сюда обратно. Так, сюда это делаем. Значит, почему-то у нас эта фигня, вот эта вот фигня, почему-то она неправильно как-то вошла. Но это не так уж важно, ладно. Переворачиваем камеру, давайте я подлечу куда-нибудь туда. Тогда. Так. Значит, мне нужно пониже ее как-то сделать, или так вот как-то. Так, лейк, это blue, это... Так. Выбор ближайших объектов. Нет, вот так вот как-нибудь сделать, по-моему. Так вот будет хорошо. Я понимаю, что как-то не так там. Получается. Ну да ладно. Нарастим. Если вот так вот сделать, если вот так вот воду сделать, так вот, чтобы было. И нарастить. Давайте я попробую нарастить как-нибудь эту фигню. Тут есть еще что-то. По-моему, какая-то фигня. Так, давайте сделаем. И здесь как раз нарастим просто нарост какой-нибудь сделаем. Просто то вот так. Нет, не то. Я, походу, наращиваю что-то не то. Радиус, радиус немного поменьше. Скорость, радиус, нет. Радиус такой. Так вот делаем. Так, чтобы было вот так вот поинтереснее. Так вот. И чтобы у нас вода была нормально, вот так вот. И как раз наш герой там, я не знаю, захочет там поплавать или что там он сделать захочет. Как раз он вот заходит. Ну, немного еще не так. Ладно, вот так вот еще сделаю. Немножко. Да, вот так вот вода получилась. Здесь тоже. Или здесь нормально? Здесь, по-моему, нормально. Ладно. Здесь нормально. Здесь можно тоже немного поменьше сделать. Немного вот так. Блин. Нет, не так, не так, не так, не так, не так. Здесь сделаем. Блин, как это сделать-то, блин? Ну да ладно, пусть будет так тогда. Воду я сделал, карту я сделал. Так, дальше мы идем к нашему этому. Так, это не то. Так, сейчас посмотрим, что такое. Как с этим? Что делать? Так, я не знаю, что это. А, неровности какие-то или что? Неровности. Все неровности убираем. Это что такое? Неправильно какое-то. Так, неровности, неровности, неровности. Почему-то какая-то карта стала кривая, по-моему, нет? Ну, вообще нормально, ладно. Так, дальше идем сюда. Нет, это не то. Это не то, это у нас окружающий мир, размер Луны, время суток 12:00. Так, здесь цвет почему-то сэнд, это фигня как-то неправильно работает, она меня не показывает эту хрень. Так, это есть что-то, тут еще убрать поверхность, добавить дыру. Я не знаю, что это за дыра будет, поэтому я ее трогать пока что не буду. Так.
Здесь группа деревьев, растительность добавить, например, добавить. Может, здесь есть какие-нибудь кусты, сосны, трава. Я не знаю. Здесь мне нужен именно цвет sandbox. Так. Так, да, вот оно. Так, это надо удалить. Это удалить надо. Я это почему-то удалить не могу. Так, так, давайте тогда я сейчас вот так вот как-нибудь отличу. Так вот. Радиус берем. И давайте погнали. Что у нас получилось? По-моему, цвет поменялся, ребят. Я, конечно, ни на что не намекаю, ребят, но походу цвет поменялся. Да, по-моему, это так. Почему-то у меня пустыня. Пустынный этот. Это очень странно почему-то. У меня. Я красил не пустыню, а получилась какая-то пустыня. Прикольно. Не знаю. Так, давайте сюда тогда скорость. Тогда вот так вот. Да, это получается какая-то пустыня. Нет. Нет, 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 нет. Это мне не надо. Это не то. Давайте удаляем тогда sandbox этого и берем только dirt. И по dirt тоже желтый. Это что такое? Может, это я не так понимаю просто. Нет, это явно песок. Это явно никакая не dirt, это фигня. Нет. Так, тогда давайте добавим другую. Давайте я добавлю просто какую-нибудь, не знаю, тупо какую-нибудь вот такую фигню. Grass Dark, например, вот хорошая. Вторая именно. Сейчас опять какая-то желтая, по-моему, начинается, нет? Опять желтая какая-то пустыня. Не понял, я не знаю, ребят. Grass... Нет, это явно это не grass. Это явно не трава, но зато я хотя бы понял, как это все работает. Так. Почему текстуры 2 из 4? Давайте изменить текстуру. Не знаю, почему в Grass Dark включается какая-то фигня. Я, честно, вот не знаю, не понимаю. Так, значит, ладно. Давайте добавим то, что у нас получилось. Просто раскрашиваем карту. Просто тупо ее красим. По-моему, все норм. И тут норм. Каждый объект сейчас прокрасится. У нас получится вот такая вот карта. Сейчас это уберу. Так, у нас получилась какая-то такая... Ну, ребят, это... Похоже что-то, по-моему, на траву. Но, по-моему, это не трава, ребят. Это не... Нет, это явно не трава. И заменяем этот тогда объект. Где у нас тут был? Я уже забыл. Так, изменить. Слишком трава это светлая. Мне такая трава не нравится. Мне нужна зеленая, хорошая трава, красивая. Есть горные какие-то. В Рокслиф это какая-то вот такая горная фигня получилась. Вот это вот хорошая уже. Это уже поприкольнее, вот смотрите. И уже будет спокойно, можно будет побегать. Так, вода есть. Здесь все работает. Здесь можно еще какой-нибудь цвет подобрать другой. Сейчас я попробую другой цвет. Горный какой-нибудь поставить. Давайте там, где была. Где горы, там будут горы. А там, где не горы, будут не горы. Давайте вот там, где мы построили вот этот, блин, где он? Опять же. Давайте здесь, где Rock Sleeve будет, например, просто какая-нибудь, я не знаю, трава. Точно не дир. Давайте, я не знаю, обычная такая. Тайга. Опять же, какая-то трава неправильно сделалась. Нет. Такая мне не нравится. Есть какая-то такая, есть еще какая-то такая. Есть какая-то такая.
Гравель. Нет, не то. Так. Давайте выберем тогда вот такую, наверное. Нет. Сена какой-то. Что такое? Такую. Во, прекрасно. Вот такая вот прикольная. Прикольная. Нет, это похоже на какую-то гору. Нет. Так, давайте я выберу сейчас просто любую траву. Это что-то мало трав вообще. Вот, отлично. Отличная трава. Вот отличная трава. Хорошая, красивая такая трава, текстура травы. Так, дальше. Сюда мы добавляем, значит, у нас здесь добавляем еще тут немного воды. Ладно, неважно. Сюда мы добавляем горы. Сюда мы добавляем горы. Мне, например, понравилась гора. Вот это вот. Я ее добавлю. Немного сюда. Вот красиво сделалось. Давайте немного отлечу далеко вот сюда. Просто чтобы было хорошо красить. Чтобы я видел вообще, где он у меня тут. Границы вообще карты. Так. Немного прокрасить вот так вот. Так, это тоже считается за гору. Так, у меня тут везде горы, по-моему. Так. Тоже гора. Тут вот так вот прокрашиваю. Получается вот так вот как-то. Тут немного тоже прикрасить как-то. Чтоб немного как-то на горы было похоже. Так, все. Значит, здесь получается как-то так. Здесь немного как-то горная какая-то фигня получается. Текстуры смешались. Но довольно-таки красиво получается. То есть наш герой, вот он у нас в таком вот каком-то красивом таком немного мире получается. Прикольно, мне нравится, ребят. Так, дальше, что у меня осталось? Это значит, я добавляю сюда какой-нибудь песочек. Просто тупо добавляю какой-нибудь еще этот. Так, это значит, я добавляю сюда, добавляю. Нет, явно не горный, мне нужен не горный. Так, например, такой вот. Немного радиус я меняю на немного ниже, чтобы можно было сделать так вот. Так, здесь я ставлю какой-нибудь такой вот. Получается, это какой-то непонятный берег получается. Здесь тоже такой вот берег, такого цвета. Такого вот прям вообще. Так, здесь тоже он будет такого берега. Так, и здесь немного. У нас получается вот такая вот карта. Так, ну достаточно, наверное, этого все. Это все. Все. Вот так вот мы сделали. Так, здесь тоже немного можно прорисовать. Немножко вот так вот. И все. То есть вот такая вот карта. Горы какие-то. Здесь тоже непонятная какая-то фигня. Который типа как водопад, но это не водопад. Я не знаю, как сделать здесь какой-то водопад. По-моему, это невозможно. Или возможно. Тихие волны. Тихие волны есть. Мы можем сделать тихие волны какие-то. Сильные, очень сильные волны какие-то такие. Нет, это не то. По умолчанию. Вид океана. Это у нас здесь мы уже выбрали. Вид океана. Здесь все. Здесь можно еще. Давайте воду поменяем на, например, на какую-нибудь Blue Light. Нет, не Blue Light. Давайте ее сделаем Green Dark воду. Давайте эту выберем. И эту, например, Lake. Это вот выбранный Lake. Поменяем на какой-нибудь.
из Блударка давайте в какой-нибудь, не знаю, даже в тот же. Нет, не в Гриндарк. Здесь можно поменять, посмотреть, что из этого выйдет. Так, Гриндарк это у нас зеленая, нет, это явно не сюда. Лайт, нет, не то. Нет, лейк, лейк, что за лейк? Лейк, темная какая-то вода. Темная вода. Вот, вот это вот прекрасная вода, мне кажется. Такая вот для этого места достаточно такие хорошая вода. Так, здесь какие-то деревья, мало деревьев. Но деревья все же есть. Деревья есть. Так, здесь все. Так, дальше добавляем сюда еще немного наших таких вот фигней. Так, как добавить их сюда? Мы должны добавить сейчас сюда какие-нибудь объекты машин, транспорта, там, игровой процесс, например, транспорт, оружие, вот транспорт давайте, земля давайте, наземные какие-то транспорты добавим. Например, здесь, например, у меня будет там стоять какая-нибудь тачка, вот тут где-нибудь, тут близко. Например, будет какая-нибудь тачка, сейчас скажу, какая. Ну, например, вот такая. Так, у меня получается вот здесь вот появляется такая тачка, но этого мне мало. Здесь, значит, ее можно отредактировать, как-то ее сделать, чтобы она была лучше. Нет, это не то. Ван. Нет, не то. Ладно. Пока что с тачкой. Ладно. Транспорт. Транспорт. Есть еще такие тачки. Просто расставим их по карте вот так вот. Вот она еще одна появилась. Немного ее куда-нибудь, не знаю. Может, ее можно как-нибудь там, я не знаю, сделать. Ну, достаточно вот так вот ее сделать. Будет нормально. Так, дальше тачка. И третья тачка, последняя, наверное, которая здесь будет. Это у меня будет тачка здесь. Вот это вот. Вот это вот тачка. Будет стоять вот здесь. Это значит, вот эта вот тачка. Вот она здесь будет стоять. Все, больше тачек здесь нету. Здесь дальше оружие, боеприпасы, оружие. Метательные какие-то это. Есть можно еще самолеты какие-то, вертолеты. А, только самолеты. Нет, вода. Водные какие-то эти. Нет, ну ладно. Так, дробовики, ближний бой. Здесь, значит, здесь мы свет сделали, все сделали. Здесь у нас будет валяться лут. Это у нас, значит, здесь... Здесь можно какой-нибудь столик вообще сделать? По-моему, да. По-моему, здесь можно стол какой-нибудь сделать. Достаточно. Здание. Объекты, объект. 3000 объектов. Давайте объекты открою я. Военные двери, окна, жили коммерческие... Религия, сельское хозяйство, тела и трупы, сельское хозяйство, мебель, мебель, по мебели, наверное, здесь будет вот эта вот фиговина стоять где-нибудь, вот тут вот, где-нибудь, чтобы герой как-нибудь смог подойти к этому предмету, так вот, либо какой-нибудь столик, немного он, конечно, неровно стоит, ну да ладно, может он сломанный, кто его знает. Ладно. И сюда добавляем, например, ближний бой. По ближнему бою это у нас вот эта вот бита, которая здесь будет валяться или стоять. Так, а можно как-нибудь, я не знаю, перевернуть? Нет, видать, ее нельзя. Хотя, может, здесь ее как-то можно, может, положить. Может, я этого не знаю. Нет, вряд ли. Ну да ладно. А, пофиг. Ну, потому что смотрите, как получается, значит. Давайте, навигация, сетка сейчас откроется у меня. Вот, значит, штурм.
Мы здесь спавнились, у нас здесь бита валяется, которую мы можем пинать. Это уже хоть что-то. Берем мы биту, значит, можем разломать этот стол. Вообще нахрен. Так, и вообще попробовать побегать по карте. Достаточно такая офигенная хрень. Давайте тачку проверим, потому что здесь тачка у меня здесь стоит. Я поставил тачку, здесь можно на нее сесть, да. Да, действительно, в нее можно сесть. А заехать обратно я не могу, да? Нет, могу. Так, что-то здесь кочек дофига. Ну да ладно. Здесь тоже какой-то этот. Он стоит довольно-таки хорошо. Я его поставил, смотрите. Как стоит. Все разбил в тачке. Ну да, прикольно, прикольно. Здесь какая-то такая грязь, получается, или снег. Не знаю, что это. Ну, я думаю, это будет незаметно. И третья тачка, это у нас стоит где-то тут, по-моему. Да, действительно хорошая карта, вот горы красиво сделаны. Да, немного не проделаны, да, извиняюсь. Тут немного не проделано. Тут они какие-то немного зеленые получились. Но в основном горы для гор. Для гор это достаточно-таки хорошо я сделал горы. По ним, кстати, можно забраться довольно-таки далеко, но до конца нет. До конца нельзя. Ну а так вот в горы, хорошие горы достаточно. Такие хорошо сделаны. Вот, третья. О, кстати, ребят, я хотел узнать, можно сюда сесть вообще? Нет. Да, можно на этой тачке еще покататься. Куда-то можно поездить. Дерево я не могу. Что сделать? Давайте доедем до этой тачки. Кочки. Да, прекрасно, прекрасно все работает. Я все проверил только что. Так, горы, все сделано, что-то горит там, я пока что это не проделал. И возвращаемся в редактор. Так, в редакторе дальше, что мы делаем? Дальше в редакторе нам остается только сделать пару пушек, которые у нас здесь будут валяться. Это наш лут. Значит, получается, здесь у нас, значит... А, не, по луту все. Это по луту у нас все. То есть пистолет будет у нас. Или вообще нифига не давать ему. А где у нас стартовый лут? Ячейка нет. Это очистить. С голыми руками. Кастет. Нет. Так. Оружия нету. Боеприпасы. Предметы. Так. И ячейка здесь у нас. Ячейка оружия ближнего боя. Тут у нас с голыми руками дополнительная какая-то фигня. Так. Боеприпасы. Боеприпасы винтовки. Нет. Это нам не нужно. То есть он получается голый какой-то. Персонаж. Что-то лагануло, походу. Так. Его можно как-нибудь перевернуть? Или... Ну да ладно. Да, начать с точки возрождения, проверка карты. Сделать снимок экрана, вражеский и волне 1, не менее 1. Окей. Давайте пока что я сохранюсь. Название карты будет, например... Карта выживания от новасов. Пока что так. Я сохранил, по-моему, карту. Я не знаю, куда я ее сохранил. Дальше. Создаем дальше. Значит, бита только у нас здесь будет. По-моему. Так. По луту здесь все. Только бита. А, нет, мы сюда еще кинем что-нибудь еще. Так. Давайте. Ближний бой, 50 калибр, это винтовки какие-то эти, особые метательные, нет, не то, гранаты, здесь какие-то фигни, здесь дальше у меня почему не прокрачивается, ну ладно, здесь дальше боеприпасы, какие-то
Это армары, это армары, армары, армары. Давайте армары вот так. Вот, хорошие армары, давайте. Армары здесь поставим. Армары, значит, у нас здесь будет. И по турелям. По турелям я не хочу турели ставить. Метательные, метательные. Давайте у меня тут будет парочку гранат будет у меня тут. Коктейли молотовых. Так. Пиздец. Так, три давайте, пусть будет здесь. Так. Так. Так, ладно, дальше. Создаем дальше здесь у нас. По-моему, где-то у нас были здесь NPC. Так, NPC, а где у меня NPC было? Вот, по-моему, NPC. Вот он. ИИ, добавить ИИ. А, точно, дом. Нам надо создать дом. Значит, здесь создаем дом. И здесь с этим все. Ближний бой, транспорт. Навигация, лестницы, уступы, тросы. Фигня какая-то. Так, взрывоопасно. Это игровой процесс. Все сделано. Здесь здание мне нужно. Военные, жилые, коммерческие, правительства, религии. Давайте... постройки. Вот постройки две. Нет, не то. Вот они. Это вот прикольная вещь. Давайте. Здесь, значит, мы будем... в эту фигню. Вот в этом мы будем. Сюда. Как-то. Получается, сюда мы будем входить. Так, сюда я поставил все. Сюда тоже все поставлено. Так, тут все. Тут дом, все работает. Здесь какие-то... это от карты, наверное. Фигня. Так, дальше сюда. Это все, да? Это вот все. Да, здесь какие-то комнатки еще есть. Нету комнаток. Так, здесь двери и выход. Давайте сюда я еще добавлю, так как здесь почему-то какая-то фигня получилась. Давайте я сюда добавлю тогда этой фигни. Потому что здесь, когда входишь, по-моему, нормально, по-моему, да. Но вот так вот, если вот так вот еще немного подделать. Почему так получается? Так. Нет, это горы получается уже. Я ж не собираюсь делать горы. Блин, а получается какие-то горы. Серьезно. Давайте. Высота, например, давайте. Минус это. А, радиус маленький, чтобы был. Вообще, на нуле. По-моему, я сделал дырку. Впервые я сделал дырку. И у меня это получилось странно. А, понятно. Это я могу выполнять какие-то такие хрени. Ладно. Спасибо. Так, если я сюда это добавлю, добавлю, добавлю. Сюда добавлю то, что нам нужно здесь. Так вот как-то закрою, чтобы не было видно этой фигни всей. Так, сюда немного тоже добавлю. Немного лестницы, вот так вот будет видно. Так, тоже закрываем, закрываем, закрываем. Чтоб не было видно вот этой всей фигни. Добавляем сюда вот эту. Чё, нам сюда войти вообще будет нельзя? Видимо, нет. Тут будет какой-то песок. Так, и получается, что... сюда мы добавляем тоже. Так, у нас здесь получается какой-то... нет, 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 нет. Это не то.
Убираем это все. Остается вот так вот. Ладно. Здесь получается так. Я не знаю, почему получается так. И давайте ее переместим тогда. Так. Так. Давайте сделаем как-нибудь тогда так. Потому что по-другому я не знаю, как сделать. Здесь будет как раз засыпано всей этой хренью. Так, как раз он сюда забегает. Так. Этот, как его? Как его звать? Немного сюда его перемещаем. А, это не то, это краш. Так, это у нас... Это вот фигня. Фигурина, так. Или это что? Нет, это фигня. По-моему, это наша... Фигурина, нет. Мне явно не вода нужна. Мне нужен объект вот этот вот, который горящий. Или же давайте... Так, мне нужен... Нет, лейк. Давайте лейк. Перемещаем лейк. Вот сюда вот делаем. Потом немного и вот сюда. Нет, не сюда, давайте вот сюда сделаем. И немного его туда. Вот сюда. И получается то, что вход немного закрыт, но тут вполне таки нормально, тут немного вход горит, но достаточно таки хорошо все делаем. Так, тут даже окно есть. Вообще все. Пройти вообще здесь можно будет, по-моему. Насколько я знаю. Так, ну все. Здесь дальше NPC, здесь тачек нет никаких. Тут они не нужны. Ну, тут, возможно, еще что-то будет. Здесь, значит, добавим. Из предметов добавляем сюда. Здание убираем. Объекты, военные двери и окна, жилые, коммерческие, религии. Это все фигня. Материал. Метка. Припасы. Вот припасы. Получается какие-то фигни. А, вот они, вот они, вот они, вот они. Как раз мне коробки нужны. В данный момент. Так, значит, ставлю сюда коробки. Так, коробка. Так. И так. Пусть они будут здесь. Просто вот так. Ставим коробки. Пусть будет так, я не знаю. Так, и еще здесь давайте добавим что-нибудь интересное, что здесь есть. Тут ничего такого нет. Вот, коробки есть еще. Какие-то такие огромные коробки. Давайте доделаем это задание и все. Так, раз коробка, два коробка. И третья коробка как раз она будет гореть. Заделано здесь все этим коробками. Они немного будут вот сюда. Вот как раз хорошо все будет. Здесь две коробки, все нормально. Здесь здание сделано. Здесь какие-то будет ИИ. Так, здесь дальше по построению. Здесь какие-то, может, бочки. Здесь какие-то будут. Здесь какая-то бочка пустая появилась. Так, у меня есть крышка. Здесь будет еще одна. Ну, немного вот так вот сделаем. Ладно. Так, значит, получается, крышка это здесь. Здесь ее сюда. Так вот, как буду сделать. Так вот, пусть будет валяться там. И немного я туда. Сюда куда-нибудь загоню. Так,
Дальше. Здесь дорога все сделана, у меня все сделано. Так, деревья это сделано. Так, дальше идем к дальше предметам. Это значит военные. Военные предметы это припасы. Это все не то. Это мы материалы, кстати, ребят. Материалы это... У нас есть еще военные. Это мебель. Военная мебель это... Посмотрим. Военная мебель это вот... поставим мы какие-нибудь эти вот сюда, например, поставим какие-то эти штуки, так сюда вот ставим, здесь какие-то такие фигни будут, так здесь лестница нам не нужна, здесь все сделано, здесь метки, знаки, какая-то фигня, метки для sales, какая-то фигня, нет, оборудование, припасы, хранение, вот хранение мне интересно. Давайте здесь будет по хранениям. Давайте здесь какая будет такая фигня. Да, так вот прекрасно вообще. Электроника это какая-то фигня. И записывающая хрень. Электроника это здесь, значит, будет у нас какой-то этот. Чтобы он был здесь, получается. Дальше. Так, звуки добавлены. Здесь какой-нибудь столик. Все. Давайте быстро по объектам еще пройдемся. И надо заканчивать тогда видео. Так, Far Cry 5, здание, жилые, религия. Нажимаем религия, освещение, освещение, вот. Здесь освещение берем. Такую фигню. Все. По-моему, здесь все. Припасы мы сделали уже. Знаки это флаги. Флаги, значит, это мы делаем здесь. Один флаг. Сейчас доделаем и все, и конец тогда. Так, здесь, значит, какие-то флаги это. Так, это значит делаем так. Так, это мы ставим здесь. Давайте поставим религиозную эту фигню вот сюда. Куда-нибудь. Так. Немного ее сюда. Вот так вот. Дальше. Объект по объектам. Вот сюда куда-нибудь. Это дофига. Вот она. Смотри. Так. По объектам. Что там еще маленькое, какой объект есть? Вот они.
как раз здесь будет по NPC, здесь будет, значит, какая-то такая фигня ихняя. Например, вот такая вот. Ладно, по объектам это все, наверное, надеюсь. Так, по объектам здесь все, по-моему. Здесь все поставлено, здесь все сделано. Здесь у нас получается огромный такой флаг. Он немного стоит не там, где надо. Мы его так вот немного сюда. Как раз вот интересно так вот смотреть будет. Все. Ладно, здесь по объектам это все, то есть здесь больше ничего не надо, по-моему. Здесь будет какой-то этот, это здесь горит, так и должно гореть. Здесь коробки, здесь все сделано, здесь можно будет пройти. Здесь, значит, это все. Здесь какие-то такие фигни. Здесь мы поставим, давайте, картину этого парня. Картина этого парня, блин, где она? Мы здесь сделали все. Давайте приступим теперь к NPC. По-моему, это самый такой. Добавить ИИ. Нажимаем. Волна 1. Волна 1 это враги. Они требуют показать, какая волна. Это показать. Волна 1. Волна 1. Так, враги. Враги это добавить несколько объектов. Это ИИ. Область контроля. Добавить ИИ это область контроля. Это у нас... НИП. Что такое НИП? Не знаю. Ладно. Последователь. Безопасность. Верные. Вестники. Ангелы. В общем, я не знаю. Последователь. Это который последует. Вестники. Верный. Это я не знаю, кто это. Последователь это, по-моему, последователь, я не знаю. Мы вообще добавили кого, нет? По-моему, нет. Странно, 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 странно. Волна 1. Так, волна 1. Последователи. Враги. Добавить несколько объектов пока что не надо. Так, добавить ИИ. А как добавить ИИ? Вот они, ИИ. Так, создать несколько объектов. Значит, здесь будут какие-то тетки. Вот есть мужики. Так, здесь есть враги, которые будут... За них это будут мужики. Так, и все. То есть, и оружие у них уже есть, по-моему, да? Нет? Область контроля. Так. Да сейчас! Так, ладно. Добавляем сюда. Значит, последователь враги. Это последователь безопасность. Безопасность враги. Это у нас... Кто? Это у нас вот эти вот парни.
безопасности. И теперь VIP. VIP это у нас... Пусть будет этот старый мужик. Это VIP. Здесь у них оружие есть, есть. Я точно не знаю. Так. По-моему, у них должны быть оружие, я не знаю. Давайте проверим. Все. Не убитые какие-то, у них свои палки. Стой! Что они меня не убивают? Огонь разгорается! Что? Так. Должны убивать. Подождите. Что ждать? Погнали. Так, почему они меня не убивают? Это странно. Это очень странно. Давайте проверим. Он же враг? Враг. Значит, враг должен убивать. А где? Он не убивает никого. Волна один. Ну, враги. VIP, ну. Все правильно. Враги, вот они, враги. И враг должен, по-моему, убивать. Я не знаю. Давай. Сейчас проверим. Сюда их перемещу. Так, а почему здесь, я не понимаю, они не убивают? Я не понимаю. Они должны меня убивать. Как так? Волна один. Так, союзники. Враги. Я поставил враги. Значит, должны быть враги, нейтралы. Я же врагов поставил, не нейтралов. Значит, враги должны были убивать. Они меня не убивают. Почему? Может, если play нажать? А, вот, играть карту. Давайте проверим, может, если я буду играть карту. Бинокль. Давай-ка. Погнали. Пошли проверим. А, вот, все работает. Так, ладно, надо добавить место для кошки. Да, да, действительно, так. Это значит, или лестница нужна, или я не знаю что. Давайте, быстро, так, лестница.
Лестница, 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 лестница. Так. Лестница это, по-моему, вот это вот. Нет, нет, не то. Лестница это что вообще, блин, я не знаю. Нужна лестница. Так, это не то. Так. Это не то, это не то. Это NPC. Это не то. Наборы. Тут какая-то это непобедимая. Отключить регенерацию. Нет урона от падения. Нет урона от огня. Нет урона от дружественный огонь. Бесконечный запас воздуха. Нет, нет, нет. Игрок убивает от одного стрела. Опасное вождение. Охотничий инстинкт. Погнали. Только как мне вот эту штуку убрать? А, я же не могу выбирать. Чё это? Вода. А, вот он, Fire Camp. Убираем, он нам не нужен. А то там NPC горят. Так. Ладно, теперь берем. Так как у нас враги есть, добавить надо кошку. Как добавить нам кошку? Кто мне скажет? Где лестница и где можно добавить кошку? Так. Мне нужны двери, религии, тела и трупы. Нет, 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 нет. Мне нужно что-то, чтобы добраться до туда. Это значит, мне нужна какая-то херня. Так. Так, это не то, это... Это что? Свойство карты. Нет, не то. Так. Это. Нет. Где же это, блин, фигня по типу игры? Вот, игровой процесс. Транспорт, взрывоопасная, навигация, взрывчатая, транспорт, оружие, природа, освещение, эффекты, дым, это пыль, какая-то фигня. Так, природа, природа, это деревья, камни, это не то. Так, объекты по типу игры. Здесь игровой процесс, здесь не надо ничего мне больше. Так, мне нужны лестницы. Так. Сейчас посмотрим. Так, выключаем кусты и всю эту фигню. Так, освещение, природа, игровой процесс, Far Cry 5, Far Cry 4. Общие формы, вот общие формы. Нет, двери, изгороди. Кстати, ребята, может здесь... Вот лестницы. Вот они, я их нашел. Так, здесь все выключаю, выключаю, выключаю. Так. Мне нужны лестницы. Лестница это вот эта вот фигня. Так, лестница это, пожалуйста, пусть будет нормальная лестница. Нет, это не то. Платформы. Нет, не то. Стены, треугольники, двери, буквы и цифры. Так, это мне нужны лестницы, которые лестницы мне нужны. Игровой процесс Far Cry 5. Far Cry 5 по жилые дома, это не дома. Жилые вот дома. Вот лестницы. Но это не те. Так, дома. Нет, не дома. Мне нужны это коммерческие правительства. Так, производство, религия, сельское, транспорт, объекты. Мебель, припасы хранения, двери, окна, кухня, материалы, освещение, припасы хранения, мебель. Это вот убираем, вот это вот убираем, правильно. Это вот убираем, вот это вот убираем. Так, место аварии. Нет, то. Давайте. Ну, например, ладно. Давайте. Если у нас жилые есть, двери, окна какие-то хрени есть. Это у нас есть. Объекты, например. Если это у нас жилые, то у нас здесь какая-нибудь... Место аварии, метки, знаки. Припасы снаружи.
хранение, электроника. Нет, это у нас материалы. Нет, не то. Кухня, мебель. Нет, не мебель. Место аварии. Метка. Знаки. Нет, припасы. Снаружи. Пожалуйста, дай мне лестницу. Мне нужна лестница. Мне определенно нужна лестница сейчас. Нет, не то. Хранение. Электроника. Это телеки, по-моему. Так, нет, не то. Где я могу найти лестницы? Лестницы мне нужны. Изгороди. Лестницы тут нет. Кошки. Лестницы. Вот они, лестницы. Давай, вот сюда, давайте лестницу эту создадим. Только давайте это сделаем по-другому. Давайте двери, окна, как все фигня. Давайте общие формы убираем. И по Far Cry 5. Давайте, значит, здесь военные двери, окна, двери. Лестницы хранения, это не то. Это, значит, сюда идем. Двери, окна и окна военные, значит, это мебель какая-то фигня. Двери, окна. Здесь правительство, религия. Религия, это не то. Может, здесь поиск какой-то есть, я не знаю. Потому что здесь искать полдня. Так, мебель, метки, оборудование, припасы, стойло, хранение. Нет, это не то. А правительство, это разная тюрьма, школа. Нет. Так, это значит жилые. Жилье. А, это объекты. Точно. Мне нужны не объекты, мне нужны жилые дома. Это здание военное. Зачем мне военные? Жилые лестницы. Вот она. Лестницы, вот они. И теперь мы создаем лестницу. Потому что кошки здесь нечего создавать. Вообще даже стараться не надо. Так. И почему-то я перевернуть, наверное, не смогу эту хрень. Ну хотя есть ли. Как переворачивать объекты? А, ясно. Ясно. Стой. Во! Так вот. Я понял, как переворачивать предметы. Погнали. Так, это вот сюда. Это вот сюда. И сюда. И немного вниз. Вниз вот так вот. Как-нибудь. И давай-ка. Как раз он добирается туда. Так, мы добираемся до сюда. И здесь будет вторая лестница, получается. Так, это берем предмет, берем... Блин, не лагай. Так, лестница, берем лестницу, делаем сюда вот, например, если она будет здесь. Ну, давайте она будет где-нибудь. Давайте пока что ее спавним, и давайте ее сюда вот как-нибудь сделаем. Так, вот так вот. Так вот. Так вот немного. Так вот. Так вот. Вообще идеально будет вот так вот. И немного вот сюда. Вот она. Почему она вот так вот мне надо? Вот. Во. Так вот. Как раз у нас можно будет сделать так. И немного давай сюда. Да, давай сюда немного вот так вот. Во. Тут какие-то фигни. Во. И как раз сюда можно будет перебраться. Отсюда. И тогда немного туда. Так. Теперь... Надо немного его перевернуть. Ну, или да ладно. Так. Сейчас мы уже заканчиваем. Тогда. Так, это немного не так. Это мне нужно вот так вот, чтобы было. Вот, вот так вот. Так, это немного... Нет, не так. Это мне надо вот так вот.
По мне все нормально, я не знаю. Ребят, как вам будет? По мне все нормально. Сделано. Здесь если еще немного подделать. Подрисовать, все, чтобы было нормально, красиво все. Все, чтобы было нормально. Вообще нормально, мне кажется. Здесь еще вот так вот сделать, как-нибудь нарастить. Так вот. Немножко нарастить. Так вот. И получается здесь... Где у нас вот эта хрень была? Здесь получается... Как раз под лестницей. Да, вот так вот. Вот так вот сделали. Там она все сделана. То есть мы берем, прыгаем сюда, получается. Куда-нибудь. То есть мы берем, прыгаем, допрыгиваем, идем сюда, мочим всех вот этих вот парней, которые с чем у нас... Я не знаю, с чем они бегают. И все. Так, дальше. Оставшее то, что у нас осталось, это, значит, берем этого персонажа теперь. Расставляем теперь их. Это, сейчас быстро, на 5 минут. Так, мы его сюда переносим. Ниже. Так, здесь немного его сюда. Чтобы он был вот так вот. И ставим его сюда. Сюда вот. Ставим его. И теперь его надо развернуть. Разворачиваем его. Так вот, чтобы он был. Чтобы он был. И все, чтобы он стоял. Так он стоял, чтобы. А те парни, давайте пусть они будут у входа. Вход это вот там вот. Так, не сюда. Так, и вот так. Так. И переворачиваем его. Типа эти болтают там, где-то стоят. Вот и все. Здесь этот стоит. Мы его как раз отнимем пушку. Здесь пока что эти стоят. Мы там их будем мочить. Ну, в основном, смотрите, вот что получается. Давайте сохранюсь пока что. Сохранение карты. Давайте. Попробуем как-то просто поиграть. Что из этого получится? Так, снаряжение возрождения. Так, я спавнился. Берем арморы, берем биту и побежали. Конечно, горы очень какие-то неправильно сделаны. Ну да ладно. Вполне таки нормально. Так, идем сюда. Плывем. Добегаем сюда, перепрыгиваем сюда. Тихо. Вот там, внизу. А как он перевернулся, алло? Все. Все, я всех завалил. Я ранен! И не вставай!
Так, ладно. И, наверное, для конца этой миссии, так как мы, например, сделали это, у нас все получилось. Здесь мы убили, например, этого. И все. Здесь у нас еще будет, здесь вот, где-то ближе, тут вот, будет у нас еще парень наш стоять. И, например, его будут враги убивать. Так, значит, смотрите, берем, ставим последнего, то, что мы сегодня сделаем. Так, это мы ставим здесь не VIP игрока, сюда ставим союзника, союзник будет, так, гражданские союзники, это у нас союзник будет, сейчас скажу, все. Так, первая волна это союзники, союзника берем, союзник это у нас будет, пусть будет у нас какой-нибудь мужик просто, любой мужик, который здесь будет, давайте это пусть будет какой-нибудь... И давайте здесь, что ему он будет делать? Может, с чем-то ходит, да? Правильно? Так. Например, вот здесь тупо сидит вот такой вот. Немного вот так вот. Я его сейчас вот так вот поставлю. Так. Например, он просто здесь стоит, там, например, там у него там что-нибудь есть. Тачка, может, какая-нибудь. Вот жилые дома. Например, у него дом какой-нибудь маленький. Переворачиваем. И вполне нормально стоит он у нас. И как раз здесь, вот он. Давайте, погнали. Поставил его сюда, все. Союзник у нас, все. Дальше у нас есть здесь нейтральные эти. Нейтралы. Нейтралы, нейтралы. Это животные нейтралы. Летающие наземные. Домашние это у нас, значит, какие-нибудь. Ну, допустим, ладно. Коровы здесь стоят. Какие-нибудь, возможно. То, что у нас осталось, это сделать нейтралы, нейтралы гражданские, например. По нейтралам у нас это тетка какая-нибудь, может. Тут вот где-нибудь будет стоять. Или там с коровой будет стоять где-нибудь тетка. Разворачиваем ее. Все. То есть он берет его, то есть все нормально там. Там пушки, там все так. Так, то есть он забирается туда, убивает всех, штурмует всех вот этих врагов. Кстати, о врагах. Тут мы немного добавляем врагов еще. Например, они будут где-нибудь около тачек стоять. И здесь тоже какие-нибудь будут стоять.
тачка была. Все. Давайте, ребят, теперь проверим последнее вот это, то, что мы сделали. Я сохраняю карту. Проверяю сейчас ее. Я все. Так. Нельзя поместить НИП, пересекая с другими объектами или поверхностью. Проверка карты. Давайте проверим карту. Что там у нас за НИП такой, который у нас в текстуре. Не это случайно, нет. А какой у нас НИП в текстуре? А, возможно, тот. Стоп, там уже написано что. Сделать снимок точной карты не менее одного НИП. Так. Немного сюда вот перемещаем. И проверяем. Нет, НИП. НИП. Это коробом, возможно. А возможно и нет. Но все же сейчас мы проверим. Давайте коробы, может, вместе будут. Проверяем. Нет. А объекта с поверхностью, объектом. Нет, у нас явно это у нас что-то не то. Это явно вот с этими парнями что-то. Проверяем. Немного от тачек их нагоняем. Так. Так. Кстати, ребят, давайте нашего тоже персонажа как-нибудь так вот сделаем. Все работает. Так, у нас гранаты есть. Так. Гранаты. О, у нас еще обычные гранаты есть. Прикольно. Прикольно. И этот наш стал стрелять. Смотрите. Давай, мочи их. Молодец. Завалил это. Коровы бегают, смотрите. Так. Осталось совсем чуть-чуть. Так, пистолет. Нет. Черт. Черт. Только убитый пистолет. Черт, его завалили. Ну да ладно. Дальше. Автомат.
коровы что-то бегают. Так, а по-моему, тетка еще. Там еще тетка, по-моему, была. Не, ну достаточно так и прикольно. Вообще. Где тетка? Вы меня оставили в покое. Так, а где она это сказала? Где она? Ладно. Можно осмотреть домик, который там сделан. Машина. Куда эта машина? Вот этот домик. В него нельзя войти. Давайте на тачке прокатимся. Вот она все же недалеко. Погнали. Черт, еще парни. Так. Так. Черт. Аптечка есть. Одна. Погнали. Так вот получилась миссия. Достаточно таки прикольная. Вот здесь мы можем как-то перепрыгнуть. Нет, можем. Сейчас. Тут убитые эти хрени. Эти парни. Надо было по-плохому, да, друг? И как раз осталось вот. Тихо, идем. Не время дурачиться. Тихо. Допрыгиваем сюда, можно выйти сюда. Не подведем. Даже. Теперь на крыше. Так, здесь можно на крыше. Тачки, вот смотри, какая карта получилась. Сейчас их все. Буду прикрывать. Так. 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 Я тебя выпотрошу. Так, все враги убиты. Прекрасно. Все. Вот такая получилась интересная миссия. Все. Можно сохранить.
сохранили. Все, ребят, на этом наш видеоролик закончен. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Если вам понравился данный видеоролик, вы хотите еще, чтобы я создал какую-то карту, прошел ее сам и показал, насколько эта карта хорошая. В общем, напишите это в комментарии, и я сделаю эту карту. Какая будет интересная. Ну и всем удачи, и всем пока.